Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом ролике я расскажу, где взять музыку для своих роликов в YouTube без авторских прав. То есть я сам столкнулся с такой проблемой. Вот сейчас захожу на свой канал, и вот у меня такая проблема. Вот это вот все файлы, точнее, все вот эти ролики, они все не монетизированы, потому что, то есть я как бы использовал музыку с авторскими правами, да. Короче, это не есть хорошо, это очень фигово. И сейчас я покажу, где взять музыку без авторских прав. Это все очень просто делается. Вот заходим в творческую студию, да, вот сюда. И вот здесь снизу есть на канале у вас значок «Создать». Нажимаем сюда. И вот YouTube нам предлагает целую кучу всяких, короче, мелодий, всякой музыки. Вот. Качаем, можно скачивать отсюда. Как бы сейчас я пользуюсь вот этой вот, ну, то, что предлагает YouTube. Ну, как бы, можно найти, ну, как бы, и нормально под свои ролики музыку. Вот тут есть композиции, да, жанр можно выбрать. Какой там, что, джаз, блюз, рок, поп, там, не знаю, хип-хоп. Есть настроение, вот даже агрессивное, там, веселое, романтичное, танцевальное, тревожное. Инструменты даже есть. Гитара, синтезатор, там, фортепиано, электрогитара. То есть все это здесь выбираешь, скачиваешь, ну и спокойно вставляешь в ролик. Вот. И получается, как бы, вот этот ролик, вот который у меня последний, да. Вот здесь, короче, у меня уже нет, то есть нету вот этого запрета на авторские права, короче, вот так вот. В общем, очень хотелось бы кому-нибудь помочь. Если я вам помог, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Вот. Будет очень приятно, если кому-то я помог. Ну и все, всем счастливо, всем удачи.